Здравствуйте! В эфире выпуск обзора полиграфических новостей за 26-ю неделю от TerraPrint TV. Меня зовут Абашина Олеся, со мной в студии Анна Иванова. Здравствуйте! 22 июня завершила свою работу международная выставка «Русопак-2012». По информации организаторов, в этом году экспонентами выставки стали 704 компании из 31 страны мира. За неделю ее посетило свыше 20 тысяч человек. Результаты выставки превзошли все ожидания. Для запуска нового направления «Печать рулонной этикетки» в типографии «Полипринт» города Логейска в Беларуси установлена машина «Галус» ECS-340. 1 июня состоялась торжественная презентация нового оборудования. «Коника Минолта» выпустила новую однокрасочную промышленную печатную машину «Бисхаб Про 951» для коммерческой печати и множественных подразделений. Машина работает со скоростью до 95 страниц в минуту и носителями информации плотностью до 300 грамм. «Кинга» установила первую трафаретную машину «Маркади» овального построения на территории России в московскую компанию «Арт Империя». Универсальные карго-системы, которые можно применять для загрузки и снятия готовых футболок, одновременной печати двух заказов, установки промежуточных сушек и секций фольгирования, лакирования, лазерной гравировки и других функций. Озвученное направление докладов на конференции «On Demand Russia 2012», которая пройдет в Москве 6-7 сентября 2012 года. Темой пятой по счету выставки станет пересечение современных цифровых технологий с новыми требованиями рынка и производства. Не упустите уникальный шанс встретиться с вашими коллегами из России и соседних стран и рассмотреть потенциальные возможности развития вашего бизнеса. В московском издательстве «Варсон» сервисной службой «Апостроф» введена в эксплуатацию вакуумная листоподборочная машина «Водки Slimwok». Система обеспечивает подбор сложных работ, толстые тяжелые материалы, картон, одно- и двухстороннего ламинирования и многое другое. На сайте полиграфического журнала «Паблиш» опубликована электронная версия журнала за июнь 2012 года. В новом выпуске вы узнаете о самых интересных инсталляциях и событиях за прошедший месяц. В школу-интернат номер 102 специалистами ГК «TerraPrint» установлена термоклеевая машина «Вега» PB-2000. Настольная машина автоматически осуществляет операции вклейки и торшонирования корешка. Группа компаний «Камлайн» в городе Москва получила эксклюзивное право на продажу и сервисное обслуживание в России оборудования для клеевого бесшвейного скрепления корейской компании «Тачопи». Соответствующее соглашение было подписано на прошедшей в мае выставке «Друпа 2012». Оборудование «Тачопи» предназначено для малых и средних типографий, использующих офсетное и цифровое печатное оборудование. Это были все новости за прошедшую неделю. Оставайтесь с нами. До новых встреч в эфире!